Всем привет! Сегодня будем готовить вот такие красивые булочки, розочки. Вы меня просили, девочки, оставайтесь со мной, буду делиться своим рецептом. Для теста нам понадобится молоко, мука, дрожжи, соль, сахар, яйца, масло и ванилин для аромата. Все пропорции, которые надо для булочек, я оставлю под видео в описании. Так, девочки, дрожжи я отправляю в молоко. Молоко я поднагрела. Пусть оно тут все растворится. Так, молочко ж тепленькое, дрожжи немножечко, они растворились уже. Добавляю сюда стакан сахара. Масло растопить. Масло растопили, девочки. Яйца, 3 яйца взбиваю. Не обязательно, мне просто так удобно. Потом тесто удобно вымешивать. Немножечко взбили яйца. Так, я все это отправляю сюда. Раз. Мука. По рецепту идет 7 стаканов муки, девочки. Но мука у всех разная. Я пока 5 стаканов засыпала. Посмотрю. Если будет мало, буду добавлять. Так, соль. Чайная ложечка добавляю соли. Так, сейчас мы будем это все смешивать. Маргарин или масло. У меня масло сливочное 250 грамм. Добавляем сюда. Кусочек не растворился. Девочки, не заметила. Я обычно стараюсь масло до кипения не доводить, а так на медленном огне, чтобы оно мне растаяло. Так, все перемешиваем. И добавляем все остальное. И замешиваем тесто, как обычно. Ну, вот 2 стакана муки как раз нам будут нужны. Сейчас добавим ванильку. Ванилька, ванильный сахар. Чуть-чуть осталось. Вот такое тесто получилось. Видите, жиденькое. Добавляю еще 2 стакана муки. Как по рецепту написано, 7 стаканов. Замесим тесто. Вот такое тесто получилось, девочки. Когда тяжело вымешивать, я добавляю растительное масло. И руками уже буду все вымешивать. Руки хорошо маслом смазываем. Я бы еще даже муки добавила. У меня ушло уже 7 стаканов. Буду немножко так добавлять. Еще 1 стакан взяла. Добавила. Может и пол стаканчика пойдет. Вот такое тесто должно вот поплотнее, а то было сильно жидковатое, как на Пасху. Маслом вот так руки прям смазываю, заливаю, и очень удобно так вымешивать. Вот такое, девочки, тесто вот получилось. Вот оно такое. Все, в теплое место отправляю его подходить, растаиваться, пусть постоит. Сейчас накрою его полотенцем.
сколько будет подходить по времени, не знаю, девочки. Ну, от температуры зависит, чтобы тепленько было. Все. Все, девчонки, тесто подошло у нас. Сейчас мы его будем обминать. Я руки снова смачиваю всегда маслом подсолнечным. Вот такое хорошее тесто получилось. Так, девочки, тесто я делю напополам. Сейчас половинку возьмем. Ну, если у вас очень большой стол, можете сразу все раскатать. Ну, я за два раза. Так. Так, и мы с вами это все дело будем... Сейчас я сделаю чуть-чуть вот так подсолнечным маслом стол. И раскатываем в квадратик. Ну, такой квадрат надо раскатать. Ну хорошо, стол только надо, девочки, смазывать, тогда оно хорошо катается все. Можно в квадрат или прямоугольник, ну типа такого, чтобы поняли вы, да? Где руками подправили? Так, что мы делаем? Теперь берем, у меня сливочное масло я растопила, смазываем наше тесто. Дырки там, дырочки. Так, а это на второй раз. Так, хорошо, девочки. Обильненько. Тогда булочки будут сочные, розочки наши вкусные, со сливочным вкусом. Можно это дело, девочки, не морочить голову и руками все так шук-шук-шук размазать. Так, хорошо размазали. И все это дело мы засыпаем сахаром. Берем сахар и засыпаем, чтобы было вкусненько, сладенько. Думаю, достаточно. Есть. Сахар засыпали. И теперь скручиваем рулетиком. Рулетиком к нашу колбаску делаем. Вот так. Все хорошо скручиваем. Потом руками расправим, как нам надо. Такая колбаска у нас получилась. Сейчас я хочу поближе переставить. Так, такая длинненькая. И нарезаем, девочки. Нарезали вот так кусочки. Я вот так снизу его
защипываю. Хорошо так прищипнула. Вот. Потом она будет выпекаться и вот так открываться. И будет у нас розочка. Так, и все буду ставить на противень. Так каждый нарезаем. Вот такого размера. Все, берем и защипываем. И вот так. Это первая партия, девочки, такая большая мне получилась. И еще маленькие такие сделала. Вот, оставляю, пусть подходит. Яйцом смазываю, отправляю в духовку на 180 градусов. Ну, 20-30 минут. Ну, буду смотреть по ним, девчонки. И отправляем в духовочку. Девочки, мальчики, вот такая красота получилась. Только достала с духовки. Выпекала где-то 20 минут. Ну, и еще оставляла на пару. 23 минутки. Вот так вот. Вот. Это первая партия. Все, вот так они прожарились. Эти уже чуть-чуть остыли. Эти только достала. Девочки, у мамы немножко, у моей так более красивее. Но мама у меня ж вообще спец. У мамы в основном все вот такие. Ну, хотя бывают и вот такие. Мне вот эти вот кружочки вообще нравятся, когда ешь, они такие вкусненькие. Это у нас не распустившиеся бутоны, девочки, маленькие бутончики. Сейчас будем пробовать. С молоком. Хочу вам показать, какие они внутри, булочки. Они вот так расслаиваются, девочки. Они вкуснючие, такие сладенькие. Такие все пропеклись. Это корочка по бокам. Очень вкусная. Девчонки, София, иди. Будем пробовать. Вкуснячая. С молочком. Как будто мама в гостях. Мама всегда такие булочки пекла, розочки. Объедение. Тают во рту. Так что, девчонки, пеките. Их много получается. Два противня полные. Можете разрезать, девочки, меньше. Но те, которые меньше, они бутонами получились. А те, которые больше... Ты пробуй. Вкусненькие. О, ты такие воздушные. Ой, да. Масло. Ой, много, так ты шо? Угу. Найди мое молоко. Объедение. Держись, фигура. Они как эти, как пасочки. На Пасхи похоже. Пасха уже прошла. Хорошее тесто. Так что, девочки, кажется, готовьте. Не... Пишите. Мне кажется, вы все умеете такое готовить. Все. До следующей встречи.